Приветствую подписчиков и гостей канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня у нас рейтинг утюгов до 3000 рублей, топ-5 моделей. Ссылки на все утюги, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео, а мы начинаем. И возглавляет наш рейтинг утюг Hyundai HSI-01571. Это утюг с достаточно интересным, привлекательным дизайном, и характеристики у него за эту цену, да, 2144 рубля, очень даже неплохие. Здесь мощность идет 2600 ватт, постоянный пар 20 грамм в минуту, паровой удар 180 грамм в минуту, хорошая керамическая подошва, есть вертикальное отпаривание, автоматическое отключение и достаточно большое количество функций. То есть, если вот так по списку пробежаться, то самое интересное здесь идет сухая глажка, защита от накипи, противокапельная система и резервуар для воды достаточно емкий, целых 420 мл. Плюс 2-метровый шнур, ну и как опять же отмечают пользователи, да, которые уже приобрели эти утюги, есть несколько отзывов развернутых людей, которые несколько месяцев уже пользуются этим утюгом. Ну, достаточно надежная, хорошая модель. И, в общем, если вы будете еще наливать туда воду фильтрованную, да, которая прошла какую-то очистку, то хватит его надолго, то есть он не засорится, будет нормально гладить. Второе место в нашем рейтинге занимает утюг Polaris PIR2415K. У него цена слегка просела в последнее время. Вот, в частности, продавцы некоторые дают отличную скидку. Вот он стоил 2990, он реально так стоил совсем недавно. И дают скидку 33%, 1999 рублей. Цена за такой утюг, по моему мнению, шикарная. Мощность у него 2400 ватт, постоянный пар 50 грамм в минуту, паровой удар 145 грамм в минуту идет. Материал подошвы керамика, кстати, качественная подошва. Есть вертикальное отпаривание. У него, в принципе, все отлично, за исключением, пожалуй, сетевого шнура 1,8 метра. Ну, в принципе, это не такая уж большая проблема, можно это и вообще недостатком не считать, но тем не менее. В остальном модель заслуживает внимания, подошва у него достаточно качественная, ну и, соответственно, отзывов 36, все в основном положительные, поэтому данная модель действительно заслуживает внимания, и специалисты тоже говорят, что качество Polaris в последнее время еще подросло, поэтому можно всерьез эту модель рассматривать для покупки. Следующий вариант — это утюг Scarlett SCSI-30K06. Номинально бюджетная модель, в данном случае цена предлагается хорошая — 2199 рублей. Мощность у этого утюга 2400 идет, паровой удар 145 грамм в минуту, материал подошвы керамика. Тоже есть определенное количество функций, но здесь поскромнее выбор, чем у Polaris. Ну а по качеству они приблизительно одинаковые. Ну, может быть, Scarlett чуть-чуть похуже, поэтому его мы и поставили на третье место. Здесь резервуар для воды более скромный, 260 мл, ну и сетевой шнур 2-метровый идет. 13 отзывов и средняя оценка 4,8. Следующий вариант — это утюг Philips GC1758/80 Easy Speed. Это модель более простая, но у него и мощность, в принципе, 2000 ватт, постоянный пар 25 грамм, паровой удар 100 грамм в минуту. То есть проглаживает он чуть-чуть похуже, да, чем предыдущие модели, ну поэтому и занимает лишь четвертое место. Хотя модель качественная, хорошо собрана, ломается редко, ну и определенными функциями тоже оснащена. 2499 рублей за него просят, ну и в принципе цена хорошая.
хорошая. Но опять же, мы видим, что некоторые продавцы явно цену завышают, скорее всего, переоценку они еще не произвели. 9408 рублей некоторые просят. Ну, конечно, это не серьезно. В пределах 2500 это красная цена этому утюгу. Ну и завершает наш рейтинг утюг Тефаль ФВ1711 в таком бело-синем дизайне. Известный утюг, хорошее качество, но звезд с неба не хватает этот утюг и по характеристикам. То есть у него идет мощность 1800 ватт, постоянный пар 20 грамм в минуту, паровой удар 80 грамм в минуту. То есть модель явно уже слегка устарела. И по функциям это видно, и по мощности, да, 2170 рублей, но тем не менее за качество Тефаль можно эти деньги отдать, тем более, что вот если раньше еще совсем недавно просили за этот утюг там 5-6 тысяч, некоторые продавцы до сих пор переоценку не произвели, вот она старая цена 6563, да, ну в принципе 2400 за него отдать вполне можно, то есть ну вот даже хорошая цена 2170, поэтому в наш рейтинг мы его не включить не могли. Ссылки на все утюги, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под роликом, жмите на колокольчик, и удачи вам!